Я горжусь тем, что я армянин. Мусай Нурджан. Спасибо Господу, моим родителям, за то, что я родился армянином. Я очень рад, что есть такая нация. Наша культура, вера, манера, наша традиция. Мой народ видал много боли, пролил много крови. За что такое горе? Скажи Всевышний, дай нам знать правду. Вернуть бы время назад к этому раскладу. Не было бы жертв, не было бы геноцида, турецкого гамбита. Наша земля кровью омыта и сердце закрыто от любви до горести. Смысл повести, душевной совести. Сволочи от зависти отняли наши территории, поменяли весь смысл мировой истории. Мы были, есть и будем, Бог с нами. Мы первые христиане, мы армяне. Мы первые христиане, мы армяне. Ночной звезды, мой Арарат, святое место на святой земле. Я далеко сейчас, но я вернусь к тебе. Мы носим крест на своей спине. Мы дети гор, но уже живем в другой стране. Время пройдет и пройдут наши времена. Моя Армения в сердце до последнего дня. И навсегда все дни, что связали нас, будут жить во мне, как последний раз. Я буду помнить до старости лет и гордиться, что мне довелось армянином в этой жизни родиться. Я люблю тебя, моя Армения. Я не отдам тебя, только поверь меня. И я сверну все горы ради моей страны. Я хочу мира на земле, а не войны.